Сегодня в ходе рабочего совещания городской голова Вадим Боченко озвучил свое решение сменить глав двух районов – Приморского и Центрального. Председателем Приморского района был назначен глава Мариуполь теплосети Геннадий Бабек, а председателем Центрального района стал нынешний глава Приморской райадминистрации Владимир Петров. По словам мэра, Геннадий Бабек был смещен с должности директора теплосети из-за его провала по формированию команды и неоперативного решения проблем. Вы с поставленной задачей в отношении общения с жителями города Мариуполя не справились. Вы справились с отопительным сезоном, с подготовкой к отопительному сезону. В принципе, достаточно неплохо вот этот этап прошли, но было очень много вопросов. Но, к сожалению, вы на эти вопросы реагировали очень медленно. А иногда тоже с такой хамской позиции. Но не лично вы, а ваша команда. Вадим Боченко отметил, что предложил данную должность Геннадию Бабеку, чтобы он увидел ситуацию со стороны, поработал напрямую с жителями и оценил, как будет реагировать теплосеть на его просьбы. Взять на себя ответственность за этот район, за проблемы этого района и, соответственно, пожить с проблемами. Относительно назначения главой Центрального района Владимира Петрова, то городской голова подчеркнул, что он продемонстрировал эффективную работу на должности главы Приморской райадминистрации. В отношении Приморского района у меня меньше всего возникает проблем. Это чистый, благоустроенный район, и я чувствую, что там есть хозяин. Я хочу, чтобы вот этот хозяин появился в Центральном районе. Относительно назначения нового директора теплосети Вадим Боченко сказал, что пока этот вопрос не решен.